Всем привет. Всем привет. Она думает, что мы на Северный полюс едем. Чего хочешь? Приехали в Альпину первый раз. Пока, в принципе, сказать, что, как, нравится или нет, сложно, потому что я приехала с одним старпёром, который общается со мной из серии... Да, вот с ним. Вот, который общается... Во-первых, который меня толкает постоянно, а во-вторых, который со мной общается из серии «Раньше было лучше» или «В другом месте». А еще он думает, что его здесь все узнают и все ему улыбаются. Не все, конечно. Так она просила милости, мне и дали птенчика. И, между прочим, это все имеет какой-то скрытый смысл. Если бы я его знала, я бы сейчас рассказала. По-любому. Это... Руки на Волге. Нет. Вот этот сексский канал. Нет? Окей, давай дальше. Это что? Это чертов мост. Что такое чертов мост? Вообще чертов мост есть в каждом месте, где есть горы. В народе чертов мост — это что-то наполненное мистикой, тайнами, все такое. На самом деле все гораздо проще. Чертов мост — это такая большая видимая черта, где заканчивается плоскость, равнина, и начинаются горы. А с другой стороны это выглядит немножко поиначе, но и не хуже. Короче, вот такую видимую черту мы провели и едем дальше, Жорик, едем дальше, давай, давай, давай! Я не видел здесь воды вообще. Я никогда не видел здесь воду. Все крутые берега, где поля мои поля. Чертов мост, окей, это когда этот электроцинк загорел. Вот. Это горящий электроцинк, это? Это фермер. Тоже когда горел, да? Ага. А это? А это вот когда первоапрельскую шутку сделали, как по телеку плыл. А, да, Каравелла. Этот крейсер. Окей. Это мои какие-нибудь фотки. Это что? Какая моя фотка? А, твоя фотка. В Альпине, да. Окей. А это? Это тоже в этом, в Караугоме. Не, вот реально, а вот это что? А, нажрались, и их мама домой зовет. Окей, вот это. А это парк, новый мостик. Странно интереснее. Так, хорошо, вот это. А это когда этот... Костя, скажи привет. Привет. Я надеюсь, что школа данная. Наших детей. Наших. Ай, скажи привет. О, здравствуйте. Хочу такой формат. Здоровья. Любишь такой формат? Успешно. Скажи привет. Привет. Спасибо.
А что здесь происходит? Сегодня открывается второй корпус 44-й школы. Здесь будет учиться старший класс. Зал может только сравниться с этим. Ассаламу алейкум. Салам алейкум, Северный Кавказ. Ассаламу алейкум. Салам алейкум, Россия. Ассаламу алейкум. Салам алейкум, Узбекистан. Извиняется. В общем, очень полезно не спрашивать, куда мы едем, потому что потом это становится очень сильно интересно. Сегодня такой погожий, хороший майский день. Я думала, наверное, поедем куда-нибудь в горы. А, нет, мы приехали в Нальчик. Мы в каком-то парке, я первый раз здесь. Здесь есть классная канатка, если честно. Страшновато, по-моему, по ней кататься чуть-чуть. Но я же типа амазонка отважная, да? Отважная, это я. Вот. И я сейчас буду второй раз в жизни есть личиной. Первый раз личиной, это я тоже в Нальчике. И 85 тысяч миллионов раз сутулиться. Сейчас будем на канатке ехать, то есть на коптере лететь. На канатке. На канатке. Я просто. Сейчас мы также поедем. Здесь очень хорошо, красиво и безопасно, и небезопасно, и опасно. Я очень много говорю, но по факту ни хрена. Тысяча сто лет крещения Осетии. А это, короче, когда ты псих и видишь всякие образы. А там вороны просто. Китал был бы сейчас в восторге от этих воронов. Да. А это что за садик апокалипсиса? Апокалипсиса? Ага. Это, короче, знаешь, что? Это косплей на... Они, короче, искали Цухата, но нашли всего лишь... Вот у амазонки лук сперли, у олимпийцев копье и у нартов этот кольчугу. А вот этот почему вот такой взгляд? А он пукнул. А это когда лимон подписчиков. А... Типа, поздравьте меня, у меня их миллион. Да, типа это... миллион подписчиков. А это когда в парке затопило. Не, не в парке, в сквере афганцам, знаешь? Да, там что, топило? Там топило, да. А это... Это я от Гера отбиваюсь. Нет, это если бы... Нет, это если бы DC рисовала... А знаешь, что? Если бы DC рисовала с того Георгия. А, вокруг психи, вокруг.
А это мы в Пицунду куда поедем? А это я себе Марвел рисовала. Святого Георгия. Библейский мотив. А, Святого Георгия? Да. Разве это, короче, дендрариум, чтобы их не спалили. Еще одни психи. Нет, это образы видят. Твои приехали. Да нет, они показывают, что у них одинаковые с природой. Они, видишь, как замаскировались. Послушай, викинги не знали, что есть Запад, и вот они приехали. Не было викингов таких кораблей, это английские корабли. Ну они же к саксам приехали. Нет, это в поздние саксы. А это этот Ростов до. До. А это где-нибудь в Дурдуре. Я тебе покажу, там такие есть. А это знаешь что? Троицкая церковь, где-то в Казбеке. Ну там все точно так же, типа люди все там туда-сюда. Внизу вот это Степан Смин, да. А это этот, цветы Ваиды. А ты боялся. Повтори. Ты настолько сильно переживал, что ли, Жорик? Да, у меня порвался ремень. Вот так выглядит страх. Какой страх? Алло, ремень, посмотри, эта херня сломалась. Вот так Георгий остался без штанов. Сейчас я сниму ремень. Я пошла. Смотрите на эти муки творчества. Сейчас он хоть как-то сделает этот ремень, будет делать вид, что вообще ничего не произошло. Смотри, сосруко. Это сосруко. А это его пламя в руке. Вот эта вот рука. Вот так он держит. Вот. Заканчивается уже основной парк и начинается лесистое место, вот эта река, которая косплеит Терек. Здесь есть какая река? Черек. Точно косплеит? С собой дела не счастья, я с братвой напою, спрячу в дорогих кулак. Сегодня хлеба Бога Божий за грани моих родных. Я приветствую юг, обнимаю своих. Те, кто с ветом пропитан, те, кто со мной. Те, кто чувствует сердцем людской настрой. За лампа-баланка я дружим со сценой. Музыка, объединю, не твой сердце. Все, на второй круг? Пошли. Нет. Чего тебе напоминает? Не лезь в мои сторис. Что надо, то и напоминает. Она маленькая или большая? Она большая. Иди встань там. Я маленькая. Туда залезь. А? Туда залезь. Я не хочу. Давай. А где Влада? Влада, а где Влада? А давайте все вместе найдем Владу. Влада, где ты, Влада? А, вот она, Влада. Пойдем. Короче, здесь у всех какие-то правила непонятные. То есть, вроде знаки стоят, вроде нельзя ставить, а на самом деле все ставят. Короче, я себя сейчас чувствую как в другой стране, хотя я нахожусь в другой республике. И не понимаю, как себя вести. Почему? Он цыгане, как у нас. Все нормально. Так это у них как у нас, наверное, или у нас как у них. Почему ты себя чувствуешь? Потому что вроде все правила такие же, но все по-другому себя ведут. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо. Самый красивый цветик. Когда с кем говоришь, это тяжело. Хорошо. Смотри, как красиво, прям как в Адлере. Печки сушеная, рыбка копченая, кукуруза горячая. Кто желает кукуруз горячую? Если вы посмотрите, что за моей спиной, покажи, что за моей спиной. Там прекрасный вид. Вот. Я бы хотел бы учиться в такой школе. Делами своим воспитанием. Знаешь, какое школа я учился? Ты учился в той же самой школе, но чуть ниже. Ниже по дороге.
такой открывается прям. Сейчас мы зайдем в столовую, изумительно. Я ее еще не видел, но мне такое как бы подсказывает ощущение, наитие, знаешь. Ничто себе, это блин, это что за столовая? Это мы что, в Google центр попали? Офигеть. Ну это больше для начальных классов. Здесь будут проходить матчи Аланья Пахтакор. Да. Печально известно. Ой, я не в ту сторону снимаю. Это что-то с чем-то. Тут еще запах вот этого вот. Вот этого вот запах. Ай. Вот этот зал, конечно. Школа, я скучаю. Я не знаю, как тут вообще можно не хотеть ходить на уроки физкультуры в таком зале. В таком зале. Тут тебе и футбол, и баскетбол, и волейбол, и... скотч, виски. Не сравнится. Тем, что было у нас, это вообще ни в какие ворота. Вообще ни в какие ворота. А, это типа какой-то, нифига себе. Это же надо было так придумать. А, Саша, расскажите, что вы думаете по поводу новой школы. По поводу новой школы, я очень рада, что нам построили новую школу. И что? Что вы будете учиться в одну смену? Нравится вот здесь ходить? Да. Мне здесь Геры не хватает. Потому что здесь какая-то собака бегает, а моя нет. Собаки тоже Геры не хватает. Где вот этот вот пол, да? Пол. Вот это покрытие настил. Земли. Да. Прям как какая-то вот, как будто бы там хвойный лес, да? Жора, это хвойный лес. Прям нет, как в лес. Нет, очень мягкий. Ну да, потому что за там... За иголок вот этих осыпавшихся. Может, ты покажешь народу, о чем мы говорим? Нет. А, ну и верьте на слово. Мы же как раз два человека, которые очень красиво могут описать все свои мысли. Да. Прям идеально. Кстати, туда... можно просто, знаешь, что делать? Почему? Я могу просто идти вот так себя и рассказывать, что я вижу. А, окей, вон, посмотри, еще один пудель вонючий. Ага, злая собака. Кто? Которая убегает. Это не пудель, это же охотничья. Серьезно? Собака, идем кататься, будешь прыгать. Уйди тут! Всем так, что катаешься? Зачем мне кричать, орать? Я это отважная. Я отважная, это амазонка. Я инстаграмщица, ты мне не мешаешь. Я красиво сделаю, красиво сфоткаю. Ты будешь сейчас сфоткаться? Во-первых, у меня мой самый любимый, с моего первого похода в Мак, Макчикен. Не знаю, почему сейчас такой в дешманской упаковке, но вообще это мой любимый Макчикен. Вот, я буду Эй, у меня моя распаковка, ну верни на меня все, верни на меня. Ты больше не говорила. Все, здорово. Вот, у меня будет чай, у меня будут наггетсы, у меня будет кисло-сладкий соус, картошка по-деревенски, двойной биг тейсти, а Жорику мы взяли жареный невкусный пирожок. Так, все, давай пишем. Короче, все приезжайте в Нальчик.
планом задаю себе вопрос. Зачем, пацан, пребываю в ахуе? Не молчать же в май, не страдать же по ночам. Забил, бывай, так отправят разум, разумеется. Так и спалят базу, а кто осмелится? Чьи слезы пролиты во время зазря. Сияет свита без смерти, где вокруг борьба. В моем городе терпанет на пустые слова. Там уже ревели горы, все идет по плану.